Всем привет, друзья! С вами Снайпер, и мы продолжаем проходить Зов Ктулху. Как вы помните, в прошлой серии на нас объявил охоту Орден Дагона. И теперь мы нигде не можем чувствовать себя в безопасности. Теперь мы должны избегать встречи с ними и прятаться от них, где только сможем. Ну что ж... Давайте продолжим. Он сказал, что это за парень. Нет. Начальник видел, как тот шнырял в городе и выспрашивал у всех про этого мальчонку Бернема. Что ему известно? Да ничего особенного. Только слухи да истории. Это не важно. Его убьют до рассвета. Орден выслал много людей, которые ловят его по всему городу. Ему не уйти далеко. Хватит болтать. Может, он сейчас спрятался где-нибудь на этом складе. В режиме скрытности вы будете более незаметны для противника. Попытайтесь использовать режим скрытности, чтобы разведать дорогу впереди и... изучить маршруты патрулей противника. Так, все бы ничего, но этот чувак стоит на одном месте, и я сомневаюсь, что мы останемся незаметными, если выйдем из укрытия. Но это единственный путь, который нам представлен. Поэтому попытаемся обойти его так. Ух ты, их двое здесь. Так, вы меня не видите. Вы меня не видите. Гомон на улице стих. Как думаешь, может, они его поймали? Не уверен. Продолжай искать. Так, вы меня не видите, пацаны. Так. Ушел? Нет, вот он. Так, куда теперь? Туда. А может и нет. Так, пока что я не особо понимаю, куда дальше. Так, сюда нас не пускают. Может, он уже сбежал? Я так не думаю. Он один, без оружия, без надежды на спасение. Если они... Так, сюда вроде бы они не идут. Можно попытаться пройти вот так вот. Чужак! Но прохода тут никакого нету. Понятно. Застрелите его! Не дайте ему уйти! Так, извините, друзья. Мне позвонили. Это был очень важный звонок. Поэтому я не мог не ответить. Так, нас вроде бы потеряли из виду. Куда он делся? Так, нам надо залутать раны. Так, хорошо. Скорее всего, нас сейчас убьют, и нам придется просто загружаться. Но вдруг нас не найдут.
Так, никого. Так, если там нет никакого прохода. Думаю, его скоро схватят. Марш расставил в городе много людей. Тут нет никакого прохода. Как нам быть? Такая шумиха? Не знаю. Ты главное смотри. Так, что мы можем сделать? В дневнике. Ты боба. Никаких записей новых вроде бы нету. Да. Что мы можем сделать? Мы можем попробовать подкрасться сзади к одному из них. Он здесь. И, возможно, как-нибудь вырубить его. Не знаю, возможно ли это в этой игре, но... Черт, он смылся. Вдруг... Хотя мне кажется, конечно, что вряд ли. Взять его! Не поворачивайся. Рассредоточиться. Он исчез. Так, как нам отсюда сбежать? Это он! Так, ну понятно. Короче. Там нет никакого прохода. Марш сказал вам, что это за парень? Нет. Но Чарль видел, как тот шнырял в городе. И спрашивал у всех про этого мальчонку. Бернема. Что ему известно? Ничего особенного. Только слухи да истории. Это не важно. Его убьют до рассвета. Орден выслал много людей, которые ловят его по всему городу. Ему не уйти далеко. Хватит болтать. Может, он сейчас спрятался где-нибудь на этом складе. Так, диалога не закончили. Поэтому можно сохраниться, чтобы не слушать его заново. У него такие у них такие противные голоса, что просто жесть. Так, тут у нас нет выбора, и мы можем пойти только вот так вот. Что дальше? Возможно, нам правда удастся его оглушить как-нибудь? Кто здесь? Это что такое? Взять его! Нет. Нет, друзья. Оглушить мы их никак вроде... никак не сможем. Хотя, там вроде бы есть какой-то проход. Это значит, что нам надо как-то добраться до него. Но ведь если я пойду, меня точно заметят. Хотя, может быть, попробовать просто убежать от них? Кто тут? Так, никого нету, братиш. Никого нету. Никого нету.
Так, вот он. Возможно, правда, нам просто попробовать убежать от них. Если не убежим, то хотя бы немного разведуем местность. Чужак, стой! Да, здесь никого нету, чуваки. Черт, куда он делся? Главное, не иди сюда. Кто здесь ходит? Что такое? Убей. Понятно. Нас снова убили. То есть нам надо попасть каким-то образом не туда, а вот именно в ту сторону. Гомон на улице стих. Как думаешь, может они его поймали? Не уверен. Продолжай искать. Как туда попасть? Через вот тот проход. Только надо, чтобы он пошел в ту сторону. Но он туда не идет. Ага, возможно, это работает по-другому. Может, он уже сбежал? Я так не думаю. Он один, без оружия и без надежды на спасение. Возможно, надо просто туда каким-то образом пробежать, пока он будет идти в ту сторону. А может и нет. Так, пока что спрячемся здесь. И пока он будет идти туда, мы каким-нибудь образом проскочим. Так. Так, чувак, ты меня не видишь. Стой! Так, не туда! Стрелите его! Не дайте ему уйти! Так. Взять его. Стреляйте в него. А, я понял, друзья. Он тут. Убить его. Все, я понял. Я все понял. Не дайте ему уйти. По стелсу отсюда сбежать не получилось. Не дайте ему. Так, нас опять ранили. Я понял, как тут пройти незаметно, но вот из-за того, что я затупил, нас обнаружили, конечно же. Убейте его. Уничтожьте его. Так, и нам предлагают прыгнуть сюда. Вентиляцию.
если это, конечно, вентиляция. Так, нас опять немного ранили. Похилимся. Так, сколько у меня вообще осталось аптечек? Не особо понимаю, где это можно посмотреть, но ладно. Фиг с ним. Идем дальше. Так, сохранение. Отлично. Они согнали его с крыши. Он должен быть где-то здесь. Рассредоточиться, обыскать весь этаж. Он где-то прячется. То есть нам предлагают спускаться туда. Но туда мне совершенно не хочется. Но туда мы пройти не можем. Так, сохранимся еще раз, чтобы нам не пришлось заново смотреть этот ролик. Так, сразу посмотрим, куда... Думаю, его скоро схватят. Марш расставил в городе много людей. Почему вокруг этого человека? Куда нам идти? Не знаю. Ты, главное, смотри в оба. Пока что я не вижу выход. Или что-нибудь похожее на него. Возможно, нам надо к тем воротам. Но мне почему-то кажется, что вряд ли. Сегодня ночью океан шумит. Ага, так он ворочается. Может, он скоро восстанет. Я, конечно, все понимаю. Но туда мне почему-то не хочется. Совсем. Или... А, тут есть проход, хорошо. Тут есть проход. Так, куда дальше? Так, идти опасно, потому что открытое место. Значит, идем вот так вот, между ящиками. Так. Что здесь? Никого нету. Пацаны, тут никого нету. Вообще. Может, он уже сбежал? Я так не думаю. Он один, без оружия и без надежды на спасение. Нет, там слишком много охраны. Сомневаюсь, что мы там как-то проскочим. Да, там мы никак не проскочим. Значит, остается все-таки только этот путь. Но это странно. Обычно в такие моменты в играх на открытой местности наоборот нельзя появляться. Но, как ни странно, нам просто не оставляют выбора. Так, светильник. Возможно, стоит его выключить? А! Думаю, его скоро схватят. Снова какое-то... Подземелье. Ну, не подземелье, а... Не знаю. Ты, главное, смотри в оба. Так, тут полно крыс. Мы оказались под этим зданием. И надеюсь, что скоро выберемся отсюда. Боже, сколько тут крыс, друзья. Надеюсь, они нас не сожрут. Так, лестница.
Так, тут никого нету. Хорошо. Боже, что это за звуки? Дьявол, мы его упустили. Возможно, он как-то выбрался. Откройте передние ворота. Обыщите аллеи и улицы. Именем Ордена Дагона. Найдите чужака и убейте его. Проклятие. Этот Орден и правда смерти моей хочет. Нужно быть начеку. Так, еще одна аптечка. Все ящики заперты. Все ящики заперты. Так, я думаю, можно встать, в принципе. Эти полки на вид не очень тяжелые, их можно подвинуть. Зачем? Ага, тут у нас пентаграмма, можно сохраниться. Я понял тебя. Так, можно выйти в ту дверь. То есть сначала мы сохраняемся, затем входим в ту дверь. Хорошо. Ну что ж, на этом, я думаю, эту серию мы будем заканчивать. Всем спасибо, друзья, за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Услышимся в следующей серии. Всем удачи, пока.